давайте, давайте! Кирюша, что случилось? Нет времени объяснять, сейчас сами все увидите. Что-то серьезное произошло? Ирина Анатольевна, слишком много вопросов вы задаете. О, Господи, Кирилл, подожди! Ребята, что там у вас? Ирина Анатольевна, мы хотим установить новый рекорд. Кирилл, какой еще рекорд? Ты о чем? Сегодня мы сделаем новый слайм. Он будет гораздо больше, чем предыдущий. Кирилл, и для этого ты меня сюда позвал? Ну, конечно, Ирина Анатольевна, без вас мы не справимся. Ой, ребята, ребята. Ой, что вы здесь накупили? Давайте посмотрим. Ничего себе! Ребята, вы что? Ну, а что вы хотели, Ирина Анатольевна? Мы же сказали, хотим побить наш рекорд. Сколько клея, сколько шампуня. Кошмар! Впечатляет? Еще как. Ну так что, Ирина Анатольевна, приступаем? Ребят, я бы с удовольствием, но у меня дел выше крыши. Мне нужно ваши тетрадки проверить, контрольные, табель заполнить. Вы же хотите свои оценки получить на последний звонок. Ирина Анатольевна, и что, это нельзя сделать как-то потом? Машенька, ну какие потом? Конец учебного года. Ирина Анатольевна, ну пожалуйста. Вы в прошлый раз нам так сильно помогли. Ребят, увы, много работы. Как-нибудь в следующий раз. Блин. Ладно, так уж и быть. Уговорили. Ехала. Собирайте и несите все сюда на стол. Ой. И миска гораздо больше, чем в прошлый раз. Я вам еще раз говорю, мы хотим побить прошлый рекорд. Да поняла я, Кирилл, поняла. Садись на свое место. Так, давайте посмотрим. Ребят, а вы хотите все это использовать? Ну да, а как же еще? По-другому мы рекорд не побьем. Ой, любите вы себе жизнь усложнять. Ну, рекорд так рекорд. Ирина Анатольевна, вы же помните рецепт слайма? Ой, Маш, ну помню, но не очень. Помню, что вначале клей мы добавляем, да? Совершенно верно. А сколько у нас в прошлый раз клея было? 20 банок. Да, я смотрю, здесь гораздо больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Думаете, все? А нет. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Фу, вроде все. 70 банок. Представляете, какой огромный у нас слайм получится. Так, ладно, идем дальше. Так, шампунь. 3 баночки. Пена для бритья. На этот раз, я смотрю, у нас 4 баночки, да, в 2 раза больше. Крем для рук,
Угу. Масло, загуститель. Ага, и краситель. И какой цвет на этот раз мы будем делать? Ирина Анатольевна, внимательнее смотрите. Там вообще-то 5 пен для бритья и 4 шампуня. А, да, точно. Я же их раньше просто выложила. Ясненько. А какой цвет слайма у нас будет? Ирина Анатольевна, а там какие красители есть? Так, 1 пакетик красного и 2 пакетика оранжевого. Мы собирались их смешать, потому что в магазине не нашли больше красителей. Да, там были только красный и оранжевый. Так, и что у нас тогда получится? Рыжий, что ли? Да, рыжий. Ой, ну ладно. Начнем? Да! Так, в таком случае действуем по старой схеме. Клея у нас много. Достаточно много. Поэтому ко мне идут 2 человека. Кто хочет? Тише, 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 ребята. Так, ко мне идут Маша и Кирилл. Yes! Маша, в прошлый раз было так нечестно. Сонечка, ну чего ты там бубнишь? Не расстраивайся, тут еще столько много работы, успеешь. Обещаете? Обещаю. Все, Ирина Анатольевна, мы готовы. Давайте наливать. Да, давайте начинать. Так, ребят, только баночки пустые ставьте отдельно. Угу, хорошо. Хорошо, закрывайте их, чтобы не запачкались. Ребят, ну что вы там, долго еще? Нет, осталось вот по последней баночке влить и все. Наконец-то. Ребят, спасибо за помощь. Садитесь на свои места. Так, что у нас там следующее? Если я не ошибаюсь, то пена для бритья, да? Да, Ирина Анатольевна, только помните, ее нужно хорошенечко взболтать. Да, Сонечка, я помню. А вам помочь? Нет, Кирюш, с этим я сама справлюсь. Так, первая есть. Еще одна. Ирина Анатольевна, давайте я вам помогу все-таки, а то я сейчас усну. Пусть мне помогут Соня и Ксюша. Наконец-то. Ничего себе, сколько пены. Ну да, денег мы на это не пожалели. Чьих денег? Наших, Кирилл, наших. Моих ты хотела сказать? Кирилл, ты чё? Ты меньше всех скидывался. Зато я отдал последнее. Смотри, что у меня осталось. Фух, ребята, мы справились. Наконец-то. Так, девчонки, спасибо вам за помощь. Садитесь на свои места. Что на следующее? А следующее, наверное, нам нужно это все размешать, да? Какое размешать? Ирина Анатольевна, не спешите. А что мы делаем? Добавляйте масло. А, точно, масло. Так. Вот оно, да? Добавляем масло. Одну баночку добавляем? Давайте еще, но не целую, потому что в прошлый раз был жирный слишком. Как скажете. Половинку, да? Ой,
страшного, Ирина Анатольевна. Я тоже так думаю. Ну что, начинаем мешать? Да? Да, можете мешать. Ребят, а давайте вы все вместе мне поможете. Выходите сюда. Прикол! Звучит опасно? Да! Аккуратно! Блин, прикол! Густее! Смотрите! Можете, пожалуйста, меня не обмазывать! Аккуратно! Круто! Уже хоть что-то получается! Соня! Ты что-то загущиваешь? Смотрите! Ой. Давайте сильно высоко не поднимать. Давайте. Окей. Ой-ой-ой. Так, ребят, все, достаточно? Давайте я сама закончу, а вы присаживайтесь на свои места. Так, все, сейчас. Так, что мы следующее добавляем? Шампунь. Только выливайте все 4 бутылки. Да-да, Кирилл, как скажешь. Так, добавляем шампунь. Так, одна есть. Так, еще одна банка. Осталось. Смотрите, у меня маленький слайм. У меня тоже. Девочки, вы смотрите. Так, все. Все 4 баночки вылила. Мешаем или что-то следующее добавляем? Да, Ирина Анатольевна, перемешивайте. Хорошо. Ребят, я перемешала. Что там? Крем для рук, да, следующее мы добавляем? Угу. Так, крем для рук. Угу. А мне кажется, я сама не справлюсь. Мне нужна помощь. А нет, ребята, я справилась. Крем для рук добавляем. Добавляем 2 баночки, да? А сколько их там всего? 2. А вы что, не помните, сколько вы баночек покупали? Помним. Выливайте 2. Ну, смотрите сами. Так, есть. Размешиваем? Размешивайте. Размешали. Ирина Анатольевна, теперь можете добавлять краситель. А после него загуститель. А помогите мне туда открыть краситель. Вот, иди сюда, бери краситель. Ксюш, возьми вот ножнички, пожалуйста. Сейчас. Давай, 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 давай. Я мешаю? Ирина Анатольевна, быстрее мешайте, чтобы узнать, какого цвета у нас слайм получился. Так, сейчас. Это красиво. Красивый, да, цвет получается? Да. Прям клубничный. Ребят, идите сюда, посмотрите, какой цвет получился. Такой красивый, как будто клубника. Вау, какой прикольный.
лес такой красивый. Да. Ну хорошо, все, присаживайтесь на свои места. Ксюша тоже, спасибо за помощь. Пожалуйста. Ребят, мы оставляем этот цвет или добавляем еще оранжевый краситель? Оставляйте. Ну, я, наверное, думаю, что оранжевый может все испортить, да? Оставим такой клубничный цвет, красивый. Ирина Анатольевна, добавляйте загуститель. Хорошо, Кирилл, добавляем загуститель. Ага. А нет, справлюсь сама. Оп. Добавляйте по чуть-чуть, а то мало ли вы нам его испортите. Не переживай, Кирилл, не испорчу. Так, добавляем вторую баночку. Только мешать не забывайте. Хорошо, Соня, сейчас размешаем после второй баночки. И посмотрим, сколько нам нужно еще добавить. Не, я думаю, тут надо еще как минимум две добавлять. Да, давайте, наверное, сразу две выливайте. Угу. Да, добавляйте и мешайте. И четвертую. Хорошо, и четвертую. Тяжело становится. Ой, загустело, смотрите как. Так, это хорошо, что загустело. Значит, вы все делаете правильно. Не вы, а мы. Мне кажется, что нужно еще добавить загустителя. Пожалуй, я с тобой соглашусь, Машенька. Это уже у нас пятая бутылочка получается? Или шестая? Ребят, пятая. Еще одна осталась. Сейчас посмотрим, как загустит наш слайм на пятой бутылочке. И посмотрим, стоит нам добавлять шестую или нет. Ирина Анатольевна, а покажите, что там получается. Вот, ребята, смотрите. Уже намного лучше. Да, лучше, но думаю, добавлять еще одну баночку. Хорошо. Шестая баночка пошла. Хоть бы все получилось, хоть бы все получилось. Кирилл, не переживай, смотри уже какой. Обалдеть! Будем растягивать его. Держите. Он намного больше. Нет, какой красивый. Давайте растянем. Давай, поехали. И... Поехали. Взяли? Да. И опа. Ребят, показать вам прикол? Смотрите, берем. А. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну что, мы побили рекорд? Да!